смерть чекает. Так, ну что же, ребята, я сейчас нахожусь возле сварочного аппарата. А знаете, что это значит? Это значит то, что сегодня мы будем варить уже каркас над моим гаражиком. Ну, в общем-то, ребята, видос получится довольно-таки интересным. Для начала видоса лайкос, подписочка, а мы не медлим и погнали уже доделывать мой гараж. Точнее, продолжать его делать. Ну что сказать, новый день, новые проблемы. Сумний сон не табору не знає, що на нього в нашім краю тільки смерть чекає. В общем-то, как-то так. Плюс-минус выровняли, теперь можно бетонировать. Только это будет чуть позже. Сейчас приедет Максим, поедем снимать уже другое видео. Так, ну вот что, ребята, я папе говорил, что он без меня ничего не делал, чтобы без видео ничего тут не делал. Но по итогу что? По итогу папа сварил уже нижнюю часть, где будет крепиться уже шифер. Я говорил, ему не надо ничего делать, но у него чесались руки, ну и он сделал. А перед тем, как ехать в город, я сегодня ездил в город за посылкой, я сказал ему, если будешь что-то делать, снимай на видео. Но не снял. Ну, хорошо. Нижняя часть, она не такая уж интересная. Вот что будет дальше уже с крышей и так дальше. Думаю, это будет намного интереснее. Поэтому, ну, за эту часть прошу прощения. Ну и что, ребята, лайк, вот, подписочка, а мы погнали варить мой гараж. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these f***ing clowns. Hoover up taught they deserve an ounce. Мой гараж как хотим, так и делаем. Завалится — наша вина. Не завалится — зашибись. Так что, умники, прошу не писать ничего там, что мы что-то не так. Давай еще раз туда.
Что хочешь? Для прикола видео. Типа половину накрыли. Так куда мы половину накрыли? Давай его сюда! Замахал. Вот так вот должно быть. Так, ну что, ребята, вот как-то вот так вот у нас все получилось. Снимаю сейчас на камеру, потому что на телефоне качество не очень. Вот доказательство. Снимаю все на камеру. Ну, в общем-то, мы сделали то, что хотели. Ну, ладно, почти сделали. Тут осталось одну трубу докупить. И вот туда ее кинуть. Потому что немного неправильно мы подрасчитали все. Ну, а так вообще шифер должен так лежать. Мы его сейчас просто его положили, чтобы примерно видеть, как это все будет выглядеть. Ну, в общем-то, мне все нравится, меня все устраивает. Так, ну, в общем-то, ребята, вот что мы сделали сегодня. Я обязательно досниму момент уже завтра, как мы это доделаем, вообще, каркас. И тогда уже буду завершать видео, потому что сейчас завершать недоделанным вообще, ну... Точнее, когда наши планы не до конца выполнены, и завершать так видос, это не очень правильно. Вот, довыполним планы и завершу видос. Ну, а пока что переносимся уже в следующий день. Новый день, новые проблемы. Сейчас будем бетонировать пол. Только проснулся, тачки уже меня ждут. Песок, щебень. Ну что сказать, ждем. Ну как ждем. Все ускорено, покажу, как это будет происходить. Да ну и все. И это будет, грубо говоря, концовочка видоса. Ну или нет. Ну в общем-то придумаем что-то. Я сплю еще, поэтому не могу ничего нормально сказать. Разбежались. Ну что же, ребята, все, как я говорил, каркас мы доделали уже на следующий день. Также мы уже успели забетонировать пол. Ну, не полностью везде, но хотя бы в моей комнате пол уже забетонирован. Потом нам останется совсем малая часть, это вон там он, в конце. Сейчас покажу. Вот здесь вот доварить распорки на самый конец. И потом уже покрасить это все. Хотя красить начнем уже, наверное, завтра, послезавтра. Ну и потом уже будем ставить тут шифер и крышу, и блин, и все, и будет все готово, наконец-то. Кстати, ребята, не знаю, стоит ли снимать то, как мы будем бетонировать пол еще здесь. Мы, конечно, здесь еще будем убираться, ну, в общем-то, если вы хотите увидеть, как здесь будет тоже бетонироваться пол, напишите об этом в комментах, это, получается, тоже вставлю в видос. Сейчас мы будем красить уже каркас. Я опять в той же одежде, она уже постирана миллион раз. Но я опять уже грязный, потому что дрова только что перевозил. Сегодня, кстати, вышел видос с первой частью гаража, поэтому я сидел, отвечал вам. Я перестал возить дрова и просто пошел на премьеру и начал отвечать вам на ваши комментарии, на ваши вопросы. Ну, в общем, ребята, лайкос, подписочка, а мы погнали красить уже каркас.
Короче, ребята, что успел, то покрасил, потому что сейчас уже 6 часов, а мне надо еще пойти погулять. Выключи эту обезьяну! На сегодня пока что все, завтра уже продолжу красить, если завтра все-таки дождя не будет. А давай я камеру включу, ты мне видос ставишь. Давай. Даня, скажи то, что он списывает. Короче, Максим тоже в этом видосе присутствует, он где-то. Ой, сейчас. Короче, ребята, вот он, Максим. Вот, поздоровайся. А, включи фронтал. Он же, Даня, сам же задняя. Давайте прижать, мне гарант делать. О, она тоже. Ну, короче, ребята, вот так вот, вот как-то покрасил, очень галимо, но... В общем-то, ребята, вот, вот так вот я как-то покрасил, очень, очень не очень, но, блин, жить как-то, думаю, можно с этим. Ну, в общем-то, ребята, блин, меня все устраивает, все трындец, как получается классно. Такой, в общем-то, видос получился, если... Вам результат этого видоса понравился, пожалуйста, прожмите лайкос, подпишитесь на канал, поделитесь видео с друзьями. Ну а мы с тобой увидимся уже в следующем видео. Ну и всем удачи, всем пока, до новых встреч. Как мыть эту херню? Как моется кисточка?